съемках прошел единый день тренировок по эвакуации посетителей и сотрудников крупных учреждений. Один из инцидентов, по легенде учений, произошел в торговом центре «Грант», где в кафе загорелась фритюрница. Спасатели МЧС развернули боевые расчеты, чтобы устранить очаги возгорания. Руководство торгового объекта организовало эвакуацию для сотрудников магазинов и посетителей. Всего в учениях приняли участие 520 человек. Мы к таким учениям, по большому счету, привыкли. Мы их постоянно проводим раз в квартал для того, чтобы наши сотрудники, наши арендаторы, наши посетители понимали, как правильно действовать при случае каких-то чрезвычайных ситуаций. Аналогичные учения прошли во всех местах массового скопления людей – в школах, больницах, магазинах, МФЦ. В ходе данных тренировок отрабатываются действия и взаимодействие служб объекта с прибывающими подразделениями пожарной охраны, аварийно-спасательными подразделениями. Также в ходе тренировок проводятся беседы на противопожарную тематику. Обслуживающему персоналу и посетителям объектов доводятся основные требования пожарной безопасности. Добавим, что учения прошли по всей Московской области, ну а тренировки в городском округе Химки сотрудники надзорной деятельности оценили на отлично. Александр Сергеев, Вильфрид Дымковский, новости Химки ТВ.